Здравствуйте, меня зовут Дан Макогон. Я нахожусь в Миноре, в Днепре. Еще вчера я руководил крупнейшим благотворительным фондом Шаурей Тара Любавич СТЛ, который занимается детскими, подростковыми и молодежными программами по всей Украине. А сегодня я руковожу эвакуационной всеукраинской платформой Safe Run – безопасный побег. Произошли большие изменения. Еще вчера в этих классах играли и бегали дети, учились студенты. А сейчас за моей спиной вы видите крупнейший колл-центр по спасению людей. Многие из тех, с кем мы работаем, старики, дети, женщины, не имеют уже крова над головой. Их дома разрушены. Харьков, Мариуполь, Запорожье, Днепр, Херсон, Николаев. Все эти люди стекаются сюда, в Минору. И мы их здесь принимаем, обогреваем, кормим и помогаем эвакуироваться с Украины. Мы не хотим, чтобы наши женщины, старики и дети страдали. Они не должны видеть ужасы того, что здесь происходит. Им нужно покинуть эту страну. Наша задача – найти транспорт, организовать их, покормить, направить, сдать сопровождение, провести по вот этим ужасным загруженным дорогам, по вот этим кошмарам, которые творятся на вокзалах, найти отдельные поезда, отдельные вагоны и привести их в безопасное место за границей, где мы организовываем для них совместно с нашими партнерами переселенческие лагеря и помогаем им потом репатриироваться в Израиль или найти свой новый дом в еврейских общинах Европы. Мы работаем под ключ. От их разрушенных домов до их новых домов, которые они обретут на родине или благодаря нашим друзьям. Поверьте, это очень тяжело. Мы спим по 3-4 часа в день, не больше. Мы выслушиваем столько горя и столько слов, на которые мы должны давать поддержку, что это не всегда удается сдержаться. Но нам нужна ваша поддержка. И сейчас в первую очередь я говорю о финансовой поддержке. Потому что эти поезда, эти автобусы, это дизель, это еда, все это сегодня находится в жутком дефиците. До того, как мы начали работать, был хаос. Сегодня, когда мы взяли за организацию нашей эвакуационной платформы, все пришло в порядок. Все идет чинно, благородно, если это так можно сказать. Во всяком случае, безопасно и максимально комфортно. Но для того, чтобы это могло работать, нужны средства. Дизель, автобусы, сопровождение, охрана, граница. Все это стоит космические деньги. Понятно, что у меня таких денег нет. И поэтому я от имени нашей платформы прошу помочь нам их собрать. Поверьте, тот, кто спас одну жизнь, спас весь мир. Так написано в наших святых книгах. За очень небольшие деньги можно перевести еще одного старика, еще одного ребенка, еще одну женщину и помочь им найти новый дом. Слышите? Звучит сирена. Она звучит постоянно. А мы все равно сидим и работаем. Помогите нам.